Это пранк. Грустно, вот так и в жизни бывает. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на ваш любимый челлендж, в котором мы проигрываем. Засмеялся, проиграл, потому что смеяться так круто. Это Рафлан, наш любимый канал, обожаемый, потому что там очень классные подборки. И чё, давайте смотреть, погнали, погнали. Окей. Вот это револьвер. Убил. Вот так мило. Прикольно. Это забавно. О, арбузик кушает. Ты чё арбуз ешь? Не ешь арбуз. Одумайся. Вот это токийский дрифт просто. Что он делает? А что он дирает, не пойму. Кто мусор, что это? Что работает? Прям вообще неплохо. Минус курточка, жесть! Охренеть хороший скотч, блин, очень хороший скотч. Кстати, насчет, я забыл кое-что, ребят. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт. Даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте продолжать смотреть. Это что-то я вообще забывчу. Ай-яй-яй, все в платьях, такой трэш. Вот это я понимаю, вечеринка. И макака. Класс. Она же даже не макает, классно. Но зато ест. Что это? Что это? Мыша какая-то, что ли? Или паук, или что это? Походу, это у тебя мышь, господи, или белка-летяга, хрен пойми. Вот насчет, кстати, этих летучих мышей. У меня сестра старшая, когда-то у нас просто дома иногда взлетали летучие мыши, раз пять. И у меня есть две истории про летучие мышь. Первая история. Моя старшая сестра когда-то ночью проснулась от того, что кто-то бахался в стену. Знаете, что она сделала? Просто накрыла то, что бахкала стену. Она не видела, она даже не видела, что она накрыла и хренанула кулаком. Короче, туча мышь погибла в нечестном бою. Она в этом поняла только, когда уже включила свет. Ну, вообще не испугалась, я его пересрал. А я, со мной была тоже история. Я иду в туалет такой, закрываю дверь, такой, пи! Я такой, в смысле, чё пи? Такой, чё за хрень? Открываю дверь и ещё себе пи! Я думаю, ну, что мешает закрыть? Смотрю, а там летучая мышь между дверным проемом. Я дверью бахнул, думаю, о, больно, наверное, так как еще два раза. Ну, она тоже погибла в честном бою. Или не в честном. Кстати, не забывайте лайки ставить и подписываться. Вы же знаете, что с каждой подпиской на канал мир становится добрее. Поэтому подписывайся. Будь классным чуваком. И лайков 5000 мы соберем, изи. И колокольчик нажмете, это я знаю. Для вас это все очень легко. Вы же у меня крутые. Здорово, бандиты. Здорово, бандит. Да лапка, ты не выглядишь как крыса. Ты не выглядишь как крыса. Я думаю, это вот чихуахуа. Он просто хотел слушать эти слова. Он такой бедный собакин. Это фиаско.
Беги. Беги-ка пока можешь, называется. Fuck, I forgot the milk. Hey, anybody got a hookup? Yeah, I got you. Swear! Tell me when. Чё? Худший в мире СМР просто. Топ 10 худших в мире СМР, вот он был. О, секира. Это пранк. Грустно, вот так и в жизни бывает. Хочешь, стараешься, а в итоге... Прикольно. О, ТикТок. Что? Окей. Бабуля, I love you. I love you. Вот и пообщались. Мемы с Майнкрафта — это моя жизнь. Майнкрафт! Яркое солнце. А на себе он сейчас надеет... Это гениально. Это лицо. Здравствуйте, всем привет, всем ребятам. Сегодня я так устал. Ноги болят, руки болят. Я решил... Побалдёжничать. Фу! А, хватит! Зачем? Не надо. 567. Упс. Джедай, чертов. Просто... О, Кирби. Это же Кирби. И музыка с Интертейлов. Почему Кирби фиолетовый? Ого! Окей. Кирби подкачался так-то, однако. Жесть. Это крипово. Это тут настоящий кот должен быть. Есть он тут? Что, реально нет настоящего кота? А, есть. Жесть, я не увидел его. Блин, я, кстати, понял, что звук довольно тихо был, да? Извиняюсь. Блин, я хочу пересмотреть этот момент. Где он? А, реально, он слился с подушкой. Вообще жесть. Извращенец. Тот, кто это сделал, извращенец. Окей. Но теперь надо знать, что он там-то видно, а так сливается с подушкой. Жесть, сейчас, блин, сидит неподвижно. Гномы. Паркур. Молодежное движение, путь самовыражения. Паркур. Чё фига он может? Минус кот. Нет, корги! Корги! Это был провал! После этого корги никто не видел, разве что в шоуруме. Ладно. О! Подъехал контент для взрослых. Что? Какое-то аниме. Ого! Жесткий. Что это за звук? Какой балдеж, наверное. Глянь, у него глаза закатываются, просто... Охигао, блин.
Нет! Окей, он обманул. Люди. Приходит мужик один к другому. Петрович, помнишь, у тебя зимой жена пропала? Говорит, да, ну, у меня две новости. Плохая и хорошая. Говорит, давай плохую. Мы ее нашли, в реке утонула. А хорошая, мы с нее ведро раков сняли. Это такая шутка. Тупая шутка, да. Время по... Соник! Ладно, это было прикольно. Неплохая подборочка, я поулыбался. Вспомнил про летучих мышь, рассказал им истории. Это же заслуживает лайка и подписки на канал. Я в этом уверен, заслужу. И на Рафлана подпишитесь, ссылка на него есть в оригинале, это обязательное действие. После него так подпишитесь на него, подписывайтесь на меня. И знаете, что у меня есть магазин. Там дешево можно купить аккаунт. Там так-то можно выиграть игры. Знаете об этом, там очень хорошие цены. Вот такие дела. А, ссылка в описании, в комментариях есть тоже. И знаете, что еще есть? Промокод Money10 на 10% скидку. Вот такие вот дела, вот такие вот пироги. Будьте молодцами. Всем удачки, всем пока.